Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы с вами отправляемся на матч первой лиги в Каспийск. Стадион Анжи-Арена, где совсем скоро начнется матч 18-го тура первой лиги. Динамо Махачкала принимает СКА из Хабаровска. Да, можно, Бавин немножко затянул. Поехали, матч Динамо Махачкала СКА Хабаровск у нас с вами стартовал. Ну и сразу так, заброс. Пытается убежать. Кувырок Корнюшин сделал. А Косинтуру все на ногах. И в итоге Косинтуру роняют. Мяч остается у динамовцев. Сердеров 1-0. Становится сейчас Сердеров. Разобрался в чужой штрафной площади. И оказал ту самую нужную помощь Косинтуре. Вот здесь мяч оставался бесхозным. Шумахов пришел и на Сердерова сделал передачу вторым касанием. Сердер отправляет его мимо Владимира Сугробова. Первым разобравшись с Рукасом. Да. Шикарно. 1-0. Динамовцы выходят вперед в самом начале этой встречи. Причем вот он и левый край подключается. Правда, тут же Алиев. Смотрим. Алиев подработал. Опасно шли оба игрока. И удар с дальней. Ну, Кагермазов, да, проверил. Футболист УСКА. Ой, Абдуллахи как забирает мяч. Катит на партнера. Нужно забивать. Абдуллахи все сделал шикарно. Выкатил аккуратно. Смотрите, раз убрал. И дальше выше. И дальше выше. Как сейчас? Ну, это может быть... Подача на ближнюю с резкой. И 2-0 становится счет. Махачкала в самом начале второго тайма забивает. Владимир Ковачевич, еще раз смотрим. Подача Косинтуры. Да, это именно Ковачевич. Ближнюю выиграл, отклеился. А там, кстати, а Ковачевич ли? Вот с этого повтора было ощущение, что... Дача справляется с ним динамовцы. И вот здесь Сердеров в гордом одиночестве мчит вперед. Там Косинтура пытается за ним поспевать. Сердеров. Получилось у него вот так вот стремиться к чужим воротам. Ну, как бы подавать. Первый угловой во втором тайме закончился голом. Косинтура еще один удар. И узнавать оттуда все самые интересные новости из стана команд. Еще раз смотрим. Получает передачу Петров с дальней дистанции. Слишком сильная передача пошла. Косинтура к чужой штрафной подходит. Кусать 11 номеру у махачкалинцев. Как сейчас он не попал. Шикарная передача. И дальше проходит она. Нужно сейчас аккуратно, максимально быть. Игрокам Хабаровского СКА в первую очередь. Бусало! Да, тут у Алиева как будто... проблемы со сцеплением. А дальше Мусов. Акрон. Свою игру с Химками не сыграла. Сейчас третий мяч. То же самое. Прекрасный заброс Абдуллахи. И Костюков. Не. Я, правда, не знаю. На кого скорее на Химки. Да, у Химок 31 очко. У Акрона 33. Как там получится, мы узнаем в другой трансляции. Ну, а в нашей мы фиксируем победу махачкалинского «Динамо» со счетом 2-0.